В селе Оса среди представителей некоренных этносов, освоивших государственный язык, прошел фестиваль под названием «Язык – знамя целостности». Целью фестиваля является расширение сферы использования государственного языка, повышение его статуса и популяризация его значения, а также поддержка развития родных языков различных этносов в регионе. Родной язык является драгоценной ценностью каждого народа. В многонациональном Казахстане представителям всех народов предоставляется возможность не забывать сохранять и развивать свои традиции и родной язык. Фестиваль языков начался со спектакля «Ул-Устазы» Ахмет Байтурсынов. Участники разных национальностей, проживающие в Жамбылском районе, продемонстрировали свои выступления. Нам очень нравятся такие фестивали, такие мероприятия. Мы очень часто будем выступать, проводить эти мероприятия. Спасибо Казахстану за все. Мы с Казахстана турамыз. Он беш жилы, русская красавица, ансамбль курамыз. Фестиваль языка – это общий и важный праздник для всех нас. Ведь он код и самое ценное богатство народа. Главная задача, которая стоит перед нами – развивать наш язык, сказала председатель областного филиала Международного общества «Казахтля» Эльмира Мырзагали. Казах деген халық, осын шама ұлтты өзінің. Мы, казахи, делились последним кусочком хлеба. Наша доброта не знает границ. Пусть процветает наша страна. Участники фестиваля были награждены благодарственными письмами и ценными подарками от имени акимата района, областного управления развития языков и международного общества «Казахтля». По окончании фестиваля состоялась концертная программа. Валихан Толгатов, Лаура Абдыкадыркызы, Канат Бакетулы, Жамбыл Ньюс.